в Казахстане, к сожалению, да, процветает коррупция. Но появится очень амбиционный, сильный, умный молодой человек, который учился не в Казахстане, получил зарубежное европейское образование, который сможет остановить и навестить порядок. Вы знаете, его даже не все будут знать, но будут знать в самом государстве. А этот человек также сможет поднять наш Казахстан, вывести на нужный уровень. Возможно, что мы даже станем членами Евросоюза. Европа нас поддерживает, ну как в принципе и мы. У нас есть все в Казахстане, абсолютно все. Все ресурсы, как природные, так и трудовые. Поэтому ничего плохого или какого-то спадка я в Казахстане не вижу. Более того, как говорила Ванга,